Всем привет! Сегодня у нас будет обзор на вот такую вот седну с каменной кожей. С бастом вы уже видели. Решил прокачать еще. Поменял талантик, поставил каменку. Сейчас потестируем, посмотрим. Сам по себе герой неплохой. Замена дереву. Восстанавливает хорошо. Плюс дамаг неплохой. Урон сразу по нескольким целям. Вот. На 10 скилле наносит урон равный 420% от атаки, 5 вражеских целей, также оживляет 3 героя 100% здоровья, кулдаун 3 секунды, то есть каждых 3 секунды восстанавливает 3 героя сразу с максимальной жизнью. Плюс увеличивает одному атаку и уменьшает получаемый урон, также восстанавливает 600% жизни от атаки седны. Если взять, к примеру, дерево, кулдаун в 2 раза больше, но оно оживляет в 2 раза больше героев, имеет, оживляет 75% жизни, но не хилит, ну дает защиту побольше, ну как бы оно дает всем, то есть тут свои нюансы есть, но мы взяли на лаву седну, вроде с ней неплохо, она сразу бьет всех демонов, то есть еще дополнительных пару секунд вы можете выиграть. Так, у нас будет вот такая вот сборочка, каменная кожа, уменьшает получаемый урон на 60%, плюс артефакт медалька, еще плюс 20%, в снаряжении у нас стоит передача энергии, также она понижает, увеличивает атаку на 20% и снижает атаку цели на 5%, то есть фактически можно еще на 45% понизить атаку атакующего героя. Также будет стоять у нас ангел, как обычно, для максимального дефа. В снаряге, в созвездиях она у меня собрана вся на крит сопротивления, то есть по ней очень редко критуют. Ну что, поехали потестим в рейдах, посмотрим. Она с ремочкой, она сразу будет у нас включаться. Сейчас мы найдем расстановочку интересную, вот тут вроде неплохо. Вот, как видите, она включилась, уже половина героев в жизни нет. Она себя бафает на атаку. Еще один залп, ну, третий залп, и у нас уже... Ай, неудачно, неудачно, конечно. Вот сейчас пока башни ее бьют, видите, она энергию очень быстро набирает. Она сейчас еще раз ударит всех. Ну, стану очень много. Можно было, конечно, и слона поставить, но... В принципе, и так неплохо. Давай уже ультуй. Очень хорошо использовать в атаке на битве гильдии, на лаве, на адском саммите. Смысла ее нету использовать, она не будет у вас в дефе работать. На PvP локациях, в забытой битве использую ее. То есть альтернатива вторую пачку, одна с деревом, одна с ней. В лабиринте неплохо. Так, еще раз ударила. Так, зарядят или сольют. Видите, да? Череп со скиллом. Еле-еле сливают ее. Смотрите, как она неплохо стоит. Реально жесть. Вот вам каменная кожа. Это просто жесть. Ну, сольете или нет? Смотрите, они ее не могут просто слить. Там уже и горгул подключился. Вот, ребята, каменная кожа на седне. Да, урона у нее намного меньше стало, минус 60%, но, как видите, деф просто без проблем. Ну, ничего не могут сделать. 200-й череп со второй эволюции Влад Дракула, плюс Гаргул. Это жесть. А если бы еще корка стояла, то, думаю, мы бы свободно затащили.
Но мы пока с Ремкой потестируем. Ну, как видите, не могут убить. Просто не могут слить. Так, хорошо, смотрим еще кого-то в рейде. Ну, ничего так вроде. Так, тут у нас стрелок есть. Да, сейчас стрелок нам будет энергию отнимать. Ну, скажу вам так, не особо он там отнимает. Она может бить, если будут здания где-то рядом. Но, как видите, вертолетики тоже ничего не могут ей сделать практически. По ней вообще фигня урона проходит. 3500, 3400. Это вообще не урон, ребята. Ну, криты не проходят. То есть, фактически, по ней только обычный удар идет. У нас тут ангел больше отхиливает, чем они все вместе бьют. Ну, она, конечно, зарядиться не может. Но урон держит. Так, выражай Ирину. Ну, тут они должны ее слить без проблем уже. Ну, все же смотрите, насколько она урон держит по сравнению с другой, с Бастом. 1,5 минуты простояла против стрелка. Так, давайте еще потестим. Посмотрим на уроны. Ну так, 370 тысяч заряжает. Так, смотрим, что тут она сможет ударить или нет. Да, видите, она все равно, даже стрелок выпускает своих вертолетов, она все равно успевает зарядиться. Ну, вот так вот, остался только один стрелок у нас. То есть даже при вертолетиках, если у нее есть активная цель, она будет сливать. Главное убить все время. Давайте поставим ей воодушевление. Или пусть будет пока так. Давайте еще в рейде кого-то глянем. Вот такую вот расстановочку. С воодушевлением она просто поярче, конечно, будет. Ну, сейчас, как видите, урон. Она просто их сливает всех. Там единственный вариант — это то, что Рину еще отхилится. Все остальные вряд ли успеют. Но это не сборка на урон. Со сборкой на урон мы бы уже давным-давно их всех снесли. Но самое главное, она урон держит хорошо. Смотрите, остался только хранитель. Ну, а Анубис еще остался. Ну, сейчас Анубис ее атаку понизит. Посмотрим, что она будет наносить. Я вам скажу, Анубис тоже проседает. Тысяч. Ну, поменьше, конечно, урона стало. Надебафал он ее. Вообще 3000. Вообще ни о чем. 24. Ну, тут только вариант слить Анубиса, только тогда она сможет их посливать нормально. Но Анубис ей ничего не может сделать. Давайте ради интереса кинем сюда фараона. Вот смотрите, как фараон проседает по сравнению с ней. Видели, да, разницу? Вот она его резнула сразу же, причем. Ничего так, неплохо. Ну вот, из-за фараона слили.
Ну, что я могу вам сказать? Реально, каменка на ней очень хорошо смотрится. Давайте посмотрим в подземках. Так, жестокая. Давайте жестокая 8-10. Посмотрим, как она будет держать тут урон. Ну, тут без проблем. Как видите, она юнитов бьет. Это как бы и минус, то что она не только героев цепляет, а и юнитов тоже. Ну, сейчас она их всех, думаю, быстренько перебьет и посмотрим, что у нас будет за урон по героям. Ну, смотрю, у кого-то слила с таблетки сразу же, причем. Ну, смотрите, урон неплохой. За счет бафа самой себя. Вообще отлично получается. Еще одного героя слила. И по мессе нормальный урон проходит. Все, юнитов посливали. Она дальник, тоже большой плюс, то что она дальнего боя герой, поэтому... Ну, смотрите, 370 тысяч без бафов. Критов, конечно, у нас не будет, но... Интересно, интересно. Пятьсот даже проскакивает. Конечно, она их всех не сольет, времени не хватит, но достойно, достойно. На подземках тоже, кстати, будет неплохо смотреться. Так, хорошо. Давайте на арене тестанем. Так, оставим Анубиса, оставим Фрейю, Рино. Хранителя уберем. Поставим ее. Поставим сюда танчить по центру. Немножко не туда попали, но смотрим. Тут, конечно, ничего не разобрать, кто кого бьет, но пока вроде сливаем. Тут Фрей решает все. Так, вот тут вот интересно. И тут понятно, все то же самое. Против Фрей нет приема, особенно если у нее пара вертолетиков уже есть, то это все, это жопа. Так, ну что там будет? Какой-то у нас топ. Вот с Некросом. Опять по центру никто не идет.
Вот вражеская Фрейя бьет ее. Ну, честно говоря, урона маловато. Странно как-то. Странновато. Да, но она, видите, бафает на атаку. Еще и подхиливает дополнительно. Вместе с выражаем. Тоже неплохо. Тут на красо сейчас, думаю, быстро разберут. Смотрите, что с Анубисом делает. 175, 170. Все, он даже не успел добежать. Это жесть, а не Фрейя. Так, давайте глянем на нее в экспедиции. Только в экспедицию мы сейчас, знаете, что сделаем? Поставим руны. Где там она у нас? Герой. Не ремку, чтобы она один раз сработала, а поставим воодушевление. Она будет срабатывать очень часто. Это очень хорошо будет. Именно в PvP локациях. Так, 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 так. Где там она у нас? Вот она. Так, экспедиция. Здесь стоит. Смотрим. Вот смотрите, я сейчас ее сюда выброшу. В чем плюс? Пока она будет добегать, она из-за стана башен еще вот раз ультанула. Сейчас еще раз ультанет. Видите, у нее набор получается все время. 3 секунды и опять ультует. Вот в чем плюс воодушевления на ней. Не ремки, а именно воодушевление. Так, тут надо нам от черепа убежать. Хорошо, от черепа убежали. Смотрим. Ну, конечно, урон уже не тот, но самое главное, что она выживает хорошо. Вот видите, благодаря стану башен вы снесли процентов мало, а уже героев посносили. Вот так вот. Остался у нас один череп. Ну все, всех снесла. Сейчас быстренько зачистим. Побежали следующего противника, посмотрим. Вот где есть стан, вообще отлично. Уже 3 раза ударила. 4. Интересно, интересно, очень хилой. С каменкой она и живучая стала. Ну, урона, конечно, не так много, но... Так, слили. Так, ну и давайте сейчас обратно вернем ремку. И потестируем ее в забытой битве. Так, забытая. Создать команду. Вот она у меня в этой пачке стоит. Обновить против стрелка.
Ну, давайте так, надо третью пачку дособирать. Вот видите, вражеский Афрея сразу ее сносит, так как у нее меньше всего жизни. Как-то странно, конечно. Все, слились. Ай-яй-яй, еще эта пачка второй. Как же так? Жалко, жалко, конечно. А если бы резнулись, был бы шанс. Так, создать команду. Давайте уберем отсюда фараона. Даже особо никого такого ставить. Ну, поставим черепа с утеканием. Анубис. Давайте еще разок. Так, давайте эту пачку сольем. Против Фрея вообще, если она уже долбит, то вы хрен что сделаете. Ну, череп живучий. Пока к нему Фрея не добралась, она снимает с него его щит, и все, и на этом все заканчивается. А вот с Анубисом, как видите, посложнее получается. Так, есть. Ну, тут я думаю, давай выражай. Ну, как-то так. Ну, есть смысл ее ставить вместо дерева, а дерево в другую пачку резает. Но опять же, надо ворожая подстраивать, потому что если попадет на Араса, то будет все печальненько. Надо заняться забытой, не лениться. Так, вот видите, долбят, долбят именно ее. Странно как-то. Ну, надо ей ставить оживу. Тогда будет толк. Ну, тут, думаю, мы должны затащить. Нет, опять попали на РС. Да что такое? Не прет нам. Давай, Бигфут. Не, Бигфут не затащит. Так. В общем, что могу я вам сказать? Можно поставить и огненный доспех для увеличения жизни. У меня стоит передача, в принципе, мне этого хватает. Ну, доспех будет, думаю, поинтересней. Плюс у нее будет зональный урон вокруг нее. Наролит либо крит сопротивления, либо уклонение. И герой будет реально очень достойный. Как видите, его можно использовать как в атаке, так и в дефных вариантах. То есть она будет все равно помогать вам и тащить полностью всю пачку. Если у вас в одной будет дерево, то во второй она будет как раз нормально. Возможно, их обоих использовать. Надо будет потестировать в лабиринте. Посмотреть, как она будет. Но реально с каменкой очень интересный герой получился. Универсальный. Урона, конечно, не столько, как у бастионной Седны, но урон держит получше, конечно. Соответственно, она сможет и дольше выжить, и резнуть ваших героев.
Так, ну тут мы должны затащить с Фрей, я думаю. Не, краса. Слили. Сейчас я вражескую Фрею сольем быстренько. Рина поможет. Ну тут, конечно, пачка послабее, чем моя. Но есть ворожей. Хотя у меня Леди Лео есть, она вот она застанила вместе с Фрэнки. Без проблем. Так, кто там у нас остался? Анубис. Вот это сейчас может быть весело. Хотя, в принципе, есть Фрэнки. Но 19 секунд. Или там Бигфут, что-то не могу разобрать. Не, все-таки Анубис. Потому что видно, что... Да, сейчас сольем по времени, не успеем просто его убить. Ну, в принципе, такой вот обзорчик, не знаю, интересный герой получился. Возможно, не зря слил. Посмотрим в дальнейших тестах. Пишите в комментах, как вам такая седна. Но мне нравится. Думал качать отдельно с Бастом, но потом просто перекачал, потому что начал мало ее использовать. Как обычно, у меня герои все меняются. Все, подписывайтесь на канал, пишите комменты, ставьте лайки. Всем последнее с каменкой 88. Всем пока.